названа максимальная продолжительность жизни человека. Ученые установили предел продолжительности жизни для мужчин и женщин. Голландские ученые определили максимальную продолжительность жизни человека, сообщается на сайте Тилбургского университета. По данным специалистов, мужчины могут дожить до 114,1 года, а женщины до 115,7 года. К такому выводу ученые пришли после анализа продолжительности жизни свыше 75 тысяч жителей Нидерландов, с скончавшихся за последние 30 лет в возрасте более 94 лет. При этом отмечается, что за 1986-2015 годы максимальная продолжительность жизни людей не изменилась. В связи с этим ученые предположили, что достигнут предел человеческой жизни. Ранее группа шведских ученых определила 4 главных фактора, которые напрямую связаны с увеличением продолжительности жизни человека. Средняя продолжительность жизни в ЕС превысила 80 лет. По материалам сайта newsgra.com.